С первым снегом. Сегодня мы проснулись, смотрим в окно, у нас снег идет. Да? Ага. Бэтмену принесли каши овсяной. Кто-то писал, может, это не Бэтмен, может, это Милка вернулась. Бэтмен. Бэтмен. Ну, ладно, ему снега накидало. Если ты захочешь пить, вот. Это терка до морковки. Первым снегом тебя. Чтобы пил он воды. О, смотри, как снег ему нравится. Купается в снегу. Давай попозже снега. Смотрите, Андрюша подготавливает к съемке Монечку. Да, у нас выставка будет онлайн, мы сейчас вот будем участвовать в ней. Одна Моника у нас будет участвовать именно на онлайн-выставке. Что у нас единственная девочка Валент. Моника как принцесса, на руках носят, причесывают, да? Что ты, зато послушненькая какая, смотрите на меня. На Алису по поведению похоже. Ну, они вот Валенда, у них практически у всех такое. Что она дрожит. Ну, она хочет это рвануть. Не возвращаться, скажи, да, в лес куда-нибудь. Вот так вообще. Вот так вот. Разберимся. Во. Все, пойдемте. Ну-ка, посмотри сюда. Для тех, кто давно не видел нашего Бэтмена, кто был на стриме в среду, тот знает, что он, как всегда, вышел на прогулку, все было хорошо, а потом, в общем, дернул, и его 4 дня не было. Поиски не прекращались. Ну, в общем, 4 дня его не было, вчера он вернулся. У нас радость переполняет нас. Бэтмен. Где он там лазил, неизвестно. Но главное, что Бэтмен вернулся домой, наш соболеночек. Бэтмен. Я ему творожок дала покушать. Не знаю, получится или нет. Показать вам, какой он уже большой и мощный. Птичек слушает. Андрюша сказал, что от него жутко вчера воняло. Еще у него был этот сильно круглый большой живот. Что-то он съел. Все подробности Андрюша рассказывал на Luxury Wolf о его возвращении, как это произошло. Так что подписывайтесь. Ссылка есть в описании.
хитрец. Бэтмен хитрец. Кушай, кушай, творожочек. Как вкусненько, да, Бэтмен? У нас утро, ну точнее не утро, я выхожу уже в обед на улицу. Вот, начинается с козьего молочка. Пока есть козье молочко, будем Фурюшке давать. Она пьет его, нравится ей молочко. Я ее настолько близко снимаю, видите, она не боится. Какие у нее лапы мощные. И зубы какие острые. Пей, пей молочко, тебе полезно, Фури, полезно. Смотрите, как резво скачет Акела. Он только что высоко очень подпрыгнул. Братиш там тоже бесится. Осина идут сажать туда на трос. Вот Андрюша трос натянул. Главное, чтобы он это не запутался. Если запутался, ограничители туда будем ставить. Сейчас ему туда сено положим. Вообще не должен согласен. В этом плане все лучше. Все, сына, отдыхай, отдыхай, малыш, а то тебя весь покусано от реги. Рано. Он вообще весь рано. Какую-то будку не брали. Все твое место, да?
И мы туда перину настелили. Весь истерзан. Я бы тебе нормально, да, там понадавал, понимаешь? Ну и вот время от времени все равно вольер, ошейник надо будет снимать, пересаживать. Пусть посидит недельки, 2-3 недели в вольере опять, или наоборот, по очереди может менять собак. Акула теперь, эти засранцы. Да, кобели, конечно, Мари солирует. Какая? Черника. Черника. Они там не выкопают, все равно сердце. Ай, что? Не надо, Ай, это свои, свои. Снимайте его. Не надо. У нас тут уже с утра стресс случился. Лорд и Алу загнали в угол акулу и растягивали его. Но в крови ухо только у лорда. Растягиваемое ухо. Акуленка пересадили сюда. Девчатам. Главное, чтобы они себя хорошо с ним вели. Сзади вольера тоже одну бочку поставим, чтобы там это... Заморозов керхер не работает. Теперь лопатой все убирается. Беременна? Нет, да, посмотрим. По-моему, беременна. По-моему, не знаю, может и нет, может ты такая толстенькая. Да хорош! Целуется. Нет. Давай мы тебя положим, проверим сейчас. Давай, ложись. 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 Тихо, тихо, тихо. Дай посмотрим. Дай посмотрим, тихо. Тихо, тихо. По-моему, беременна. Ну, еще рано, наверное, говорить, хотя не рано уже. Вот через недельки две точно будет понятно. Да, Куба? Только родишь мне плохо. Только родишь мне плохо. Этот эриген. Эриген. Он не дается в руки. Все, хорош.
сынок, наверное, ее в раза полтора больше. Лосик, да? Откроет? Нет, я сливаю. Так вот, будни блогера. И как-то один человек сказал, что я, говорит, впервые вижу такого блогера, у которого только там подписчики. И он вот так вот сам убирает, говорит, я могу себе позволить. Убирали за него. Ну я точно не мог себе еще позволить. Даже когда у меня были работники, они убирались только тогда, когда меня не было. Никто не хотел этим заниматься, все брезговали, и никому такая работа не нравилась, убираться за животными. Поэтому приходилось делать все мне. Ну, естественно, когда меня не было, какие-то моменты было это все, убирались. Вега прям волчица, красотка Вега. Волчара, волчара. Беленького кобелька дашь нам? А? Будет беленький кобелек у нас. Как папа говорит, закон подлости, когда нужны кобели, рождаются сучки. Когда нужны сучки, рождаются кобельки. Вот сейчас заказов звонят. Пишут, на кобельков очень много. А в прошлом году, когда очень много кобельков было, все заказы были на девочек. В общем, ну посмотрим, как в этот год. У нас только она одна повязана, планово. Больше не будет волендов. Нет, кстати, одна вязка еще будет. Это белка Дар. Вот как раз Игорь сейчас поехал за 1000 километров в Подмосковье, с Архангельска, и будет вязать свою белку Даром. Это вот помет вольник, который у нас сидит переросток. Это воин, который в Твери находится у егеря. Это также в Архангельске альфочка была. И там еще одна девочка. И еще у нас Дара была у Юрия, но она попала под машину в 3 месяца или 4. Ее больше нету. В общем, дубль вязка будет. Кому интересно, пишите, звоните. Смотрите, что сделала Моника. Как ты вообще ее поломала, я не пойму. Вот она, миска. Расколота. Как что ты не порезала? Не порезалась, точнее. Просто все убивает. Такая маленькая. Все тут.